Всем привет! Заказывали вот такой миксер Zellmer с красивой чашей, со станиной. Модель называется Zellmer 481. Вот такой пришел он в коробочке. Вот так он выглядит у нас. Очень интересная моделька. Есть и на русском, и на украинском описание. Пожалуйста, смотрите. Ну, давайте открывать, смотреть. Вот такая вот коробка, инструкция зельмеровская на всех языках. Очень удобно написано, что входит в комплект, в какой модели. Наш идет с пластиковой чашей, бывает еще металлическая. Наш еще умеет, если вставить вот такой венчик, его использовать как блендер. Вообще класс, миксер, блендер и плюс подставка, и плюс чаша на 3 литра. Ну вот такой вот сегодня нам пришел гарантийный талон. Все это есть, гарантия мне дали на 12 месяцев. Заказывался в этом магазине. Ну, давайте смотреть. Так. Непосредственно сам миксер с длинным шнуром. Вот такой вот венчик для блендера. Дальше мерная чаша, где это все взбивать, очень удобно. Также у нас есть два комплекта насадок. Вот так они выглядят, перепутались. Захотел бы так запутать, не запутал. Вот так, два комплекта вот таких насадок и два подтеста кривые. Это в сторону. И сама станина. Все пусто. А нет, еще есть вот такая вот лопаточка. Это очень хорошо. Ну, давайте смотреть. Так, убрал коробку. Вот такая вот чаша. Интересная. Вот так, на резиновых подножках, поэтому елозить не будет. Миксер у нас 5-скоростной. Сейчас я его вытяну. Вот такой вот миксер. Смотрите, 5 скоростей. Есть турбо, с двух сторон работает. Так. Номинал 1600, максимальная 400 ватт. Ну, мощный, хороший разгон делает большой. И что я вам говорил, смотрите, ребят. Вот здесь есть вот такая вот подставка. Сюда мы вставляем. Вот так он вкручивается, венчик. Сейчас. Вот так. И... если надо, берем мерный стакан, берем вот так, переворачиваем миксер и, ну, давайте я его включу в розетку, поставлю на паузу и вам покажу. Ну все, подключил я его к розетке и берем, переключаем первую скорость. Что самолет? И вот так берем мерный стакан, вот так вставляем и начинаем измельчать, что нам надо. Также можно нажать турбированную скорость. Ну вот так он работает. Чтобы его вытянуть, просто аккуратно откручиваем его, закрываем крышечку. Все, пожалуйста. Убираем стаканчик. Теперь вот такая вот станина. Очень удобно. Значит, берем наш миксер. Положение. Так. Вот так. Сейчас еще научиться надо. Это женские штучки, не мужские, правильно? Покупается для женщины.
И вот так нажимаем. Вот здесь есть у нас кнопка. Вот такая. Нажимаем на нее, опускаем вниз. И вот так он закидывается. Вот так получается держится. Теперь, чтобы его опустить, нажимаем опять эту кнопочку. Опускаем миксер. И включаем. Так, а что сделать, чтобы работала чаша? Так, что-то я, наверное, неправильно сделал. Ладно, сейчас разберусь. Теперь я все понял. Для особо одаренных. На венчике, смотрите, на одном просто гладкое. А второй венчик идет вот с такой резьбой. Видите? И чтобы привести в движение наш миксер, мы должны аккуратненько засунуть вот сюда крыльчатку эту, смотрите, сейчас, до щелчка. А вторую вот сюда. Так, попадайся. Тирим-тирим. Все, я разобрался, вставил. Теперь нажимаем кнопочку, опускаем наш миксер, и у него есть функция 3D. Он движется вверх-вниз, справа-влево, смотрите. Одновременно движется наша чаша, работает миксер. И, пожалуйста, чем быстрее скорость, тем быстрее движется чаша. Ну, вот такой блендер прикольный, блендер-миксер. Также есть турбированная функция. И когда у нас, например, тесто не вылазит, мы его берем лопаточкой и вот так делаем. Так что вот такой сегодня Зельмер к нам приехал. Блендер, теперь миксер, теперь чаша, две пары для венчик, смешивать тесто, просто взбивать, и насадка для блендера. Покупайте, заказывайте. Спасибо за просмотр. Оставайтесь на моем канале, ждем новых видео. Пока-пока.